В Москве продолжается выставка «Вдоль Великого шелкового пути». Международный арт-проект продлится до 9 июля. Он впервые объединил более 100 художников из трех стран – Италии, Китая и России. 50 художников из Башкортостана. Совместно они собрали экспозицию из более чем 220 работ, исполненных в разных стилях. Выставки стартовали на трех площадках – в галерее Art Time, в выставочном зале Imperium Group и художественной галерее Беляева. Каждая картина на выставке представляет зрителям свою историю и видение жизни. При этом башкирские работы, как отметили искусствоведы, имеют философский характер. Китайские – реалистичные, а итальянские – декоративные. Так, итальянцы привезли несколько уникальных работ художника Диаци, украшенные кристаллами Сваровски. Авторская техника исполнения сельских пейзажей Михаила Рошняка предполагает использование земли вместо привычных красок. По словам руководителя итальянской делегации Массимилиано Панеро, самое интересное в проекте – наблюдать за тем, что объединяет и различает художников разных стран. Наша главная цель – реализовать прочные взаимодействия искусства, бизнеса, институтов между тремя странами – Россией, Италией и Китаем.